Изменения в составе «Зенита» сложно не заметить. Узнаем, кто будет зажигать на площадке в новом сезоне. Настроение хорошее, все-таки две победы одержали на старте сезона. Это было очень важно начать хорошо, тем более мы играли с соперниками, в принципе, нашего уровня, которых должны обыгрывать. Вот, поэтому самые лучшие впечатления о начале сезона. Определенно Дмитрий Головин самый веселый по интернету у нас, то есть он ведет свою страничку в Твиттере, достаточно интересную. Вот. А такой в жизни, наверное, весельчак – это Артем Комиссаров, такой весь шебутной, любит шутить, много разных видео показывает смешных, в том числе и там музыкальных. Чувствую себя очень хорошо, потому что большинство русских игроков, и я их знал до «Зенита» еще, вот, поэтому быстро такая реабилитация прошла. И Питер, по сути, очень хороший, красивый город, поэтому освоился быстро. Особо команда не собирались еще все вместе, вот, потому что у нас ответственные такие матчи, к которым мы должны подойти в соответствующем состоянии. Вот. Поэтому у нас сейчас упор идет на тренировки и на свое физическое состояние. Поэтому я думаю, в дальнейшем, когда у нас будет, может быть, где-то окно свободное, мы обязательно соберемся с командой и тогда уже посмотрим. У нас каждый второй весельчак. Кому не лень, все шутят, подшучивают. Поэтому я затрудняюсь сказать об этом, кто у нас заводил, а нет таковых, все такие, потихонечку. Команда хорошая, хорошие партнеры, тренера, все помогают, хорошая коммуникация на площадке, и не только в зале, и ребята помогают, и я думаю, что в том смысле там никаких проблем не будет. Дальше будет еще интереснее, оставайтесь с Питер ТВ.